Юху! Ну, здравствуй, это я. Вот это вот мелочушка. Это я понимаю. Вот такая вот фигня. Снова здравствуйте, дорогие любители мелкой, не очень городской, пригородной ихтиофауны. Сегодня я снова на рыбалочке с поплавпопером и сдаю маджестик. Я на реке. Будем пытаться чем-нибудь поймать посерьезней. Это, конечно, какая-то фигня. Я ее даже особо и не почувствовал, не увидел. Хотя вчера мелкую плотву я чувствовал прекрасно. Поглядим. Давай еще одна щепелявка. Сама сошла. Давай. Туда. Оп, убежала. Да. Не за такой рыбы я сюда ехал. Продолжаем разговор. Ну, это совсем что-то мелочь. Давайте кого-нибудь посерьезнее давайте ловить. О, чуть-чуть покрупнее. Фух. Всю речку обошел. Где большие? Оп. Будем искать больших. Но это уже с поклевкой прям. О! Еще чуть-чуть побольше. Подвесил я грузик, чтобы чуть поглубже падало. И... Ну и зажрало. Конечно, побольше. Ты опять песня. Да, здесь, видимо, одна песня. Но сейчас вон туда еще подальше брошу. И буду опять менять точку. Кошкина радость одна. Ну, хоть что-то ловится, и то хорошо. И то нам за счастье. Ну, побойчее стало немножко. Хотя размеры удручают. О! Крупняк пошел! Мощняк! О! Йо-хо-хо! Хоть одна поклевочка-то в эфире. Напал на стаю уклейки. Ой, плотвы. Хорошо плотвы.
GTX. Была поклевочка, но что-то какая-то. Еще одна такая же. Ладно. Будем менять точку. Стая уклейки обнаружена. Пойдем дальше. Попробуем сегодня погулять. Здесь больше ничего вроде бы интересного такого нету. Поменял я опять точку дислокации. Рыбка, походу, та же самая. Ну, хоть чуть-чуть более-менее. Ух, да. Все. Не сильно крупно. День какой-то уклеишный сегодня. Ладно, все, брала на каждом забросе. Так ведь еще ее... Походи, поищи. Оп, пошла. Еще рыбасик. О! Фух. Еще чуть побольше. Еще грамм на цать. Опять. Ух, жадно, но как-то. Так, стоять. Сейчас я тебя освобожу. О! Пошла. Так, кто-то и здесь есть, кто-то и здесь живет. Ну, что-то видовой состав по сегодняшней рыбалочке не очень. Так, так можно и самому насадиться на крючок. Аккуратней. Попробуем еще что-нибудь выловить. Да, здесь воды тоже дофига. Видимо, дождик дал жару. А погодка просто супер. Тихо. Ну, здесь место еще такое тихое. Низинка. Рыбаков здесь не вижу. Не знаю, дальше я пойду. Там миляк, там. А здесь вот ямка. Пробовал я сегодня ловить и на живого опарика, и на искусственного мотыля синего. В принципе, практически без разницы. Поклевки есть и там, и там. Ну, еще один такой условный минус снасти — это то, что глубину ты отмеряешь один раз. Когда привязываешь поводок. Поводок не скользящий, поплавок не скользящий, поплапопер. И это накладывает некоторые ограничения. Но тем не менее, ловить можно. В следующий раз, наверное, попробую выйти с бомбардой. Интересно мне будет и ей попробовать половить. Но вот как по классике особо не получается. Дернул, хлюпнул и жди. Yeah.
Ох, какой! Да. Видовой состав поменялся, а размер не сильно. Капец. Так, опять что-то вот единственное с этим поплопопером — это постоянные путанки. Может, я, конечно, еще незнатный поплопоперист. Но тем не менее, это однозначный минус. Снасть путающаяся. Закончил я свою рыбалку. Клев прекратился. Где-то в 11. Полный затихон. Рыбка какая кое-где поплескивается, но клевать отказывается напрочь. К фидеристам уклейка тоже все насадки покусывала. Холостых поклевок куча. В общем, сегодня такая ситуация на водоеме. Ну а на этом пока. Увидимся на следующей рыбалке. До свидания.